فالمرأة الصالحة قد تكون سببا بإذن الله تعالى في إصلاح البيت بأكمله، في إصلاح الزوج، في إصلاح الأولاد. Потому что, говорит, праведная женщина может быть причиной того, что вся ее семья, весь дом ее исправится, муж и дети. كانت المرأة من السلف تقول لزوجها إذا خرج أراد الخروج في أول النهار إذا أراد الخروج إلى العمل تقول له. И в времена салифов, когда муж уходил из дома, женщина обращалась к нему и говорила. تقول له اذهب ولا تأتنا إلا برزق حلال. Иди, говорит, и не приноси нам ничего, кроме из дозволенного риска. يعني هي ما تريد المال. То есть она ей не нужны деньги. ولا تريد الدنيا. Ей не нужен этот мир. تريد الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا. Однако она хочет благой халяль удел, даже если он будет маленьким. تقول له اذهب ولا تأتنا إلا برزق حلال. И она говорит, иди, говорит, и ничего не приноси нам, кроме из благого халяль удела. فإننا نصبر على الجوع. Поясни, говорит, мы можем вытерпеть голод. ولا نصبر على النار. Однако огонь мы терпеть не сможем. تقول لا إشكال أنا أصبر لكن أصبر على الجوع لا إشكال لكن لا أستطيع الصبر على النار. То есть проблема не в том, чтобы вытерпеть голод, однако вся проблема в том, что сможем ли вытерпеть огонь. И многие, говорят, женщины, говорят, знают, что и муж зарабатывает запретным способом, то есть его имущество не является, его деньги, его заработок харам, и она даже не думает об этом. صلاح الآباء سبب في صلاح الأبناء. Праведность родителей – это причина праведности детей. فقد تربي الزوجة الزوج وتعلمه. И говорит. يعني الزوجة تكون سبب في إصلاح الزوج. И женщина также должна как бы воспитывать своего мужа. وتوجيهه. Указывать ему. لكن بالتي هي أحسن. Однако наилучшим образом. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا. И прошу Аллаха, чтобы Он исправил наши дома.